Знакомьтесь, Nokia Lumia 620, смартфон на Windows Phone 8, запланированное обновление 600-й серии Lumia от финской компании. Цена на устройство стартует с 2180 гривен. Пользователь получает интересные расцветки корпуса, двухъядерный процессор, 5-мегапиксельную камеру и наличие слота под карты памяти microSD. Все ли это можно отнести к преимуществам модели, узнаете далее. В комплекте со смартфоном идет зарядное устройство, кабель USB microUSB, стереогарнитура VH108 и минимум документации. На тест нам попалась трубка в черном цвете. По нашему мнению, он делает смартфон скучным и обычным. В действительности Lumia совсем не такая. В других расцветках, более ярких, розовом, белом, оранжевом, голубом, салатовом или желтом, 620 выглядит более живо, что несомненно плюс. Линии корпуса и компоновка элементов не выделяют устройство из линейки Lumia и, на наш взгляд, ассоциируют его в большей степени с более дорогими моделями. Корпус состоит из двух элементов. Первый – дисплей и плата, к которой он крепится со всеми чипами и камерой. Второй – задняя крышка в виде ковша, в которой врезаны разъемы и крепятся функциональные кнопки. Чтобы ее снять, нужно подцепить корпус над дисплеем и надавить на камеру. Это поликарбонатный пластик. Поверхность не крашена, а отлита из однородного материала. Это не даст царапинам сильно выделяться. Пройдемся по корпусу. На верхнем торце расположен 3,5 мм аудиоразъем и микрофон. На нижнем еще один микрофон и microUSB вход. Все кнопки справа. Клавиша включения, регулировки громкости и запуска камеры. Такой вариант размещения значительно облегчит работу со смартфоном одной рукой. На лицевой панели находится глазок VGA камеры, датчики приближения и освещенности, коммуникационный динамик, плюс стандартные для Windows Phone сенсорные кнопки. Дисплей покрыт защищенным стеклом. Покрытие показало себя хорошо, царапин не образовалось, хотя мы старались не носить смартфон в кармане вместе с монетами и ключами. На тыльной стороне камера со вспышкой и вывод динамика громкой связи. 3,8-дюймовый емкостный дисплей получил разрешение 480 на 800 пикселей. Он выполнен по технологии TFT и дополнен поляризационным фильтром Clear Black. Дисплей хорошо показал себя на солнце, на максимальном уровне подсветки читаемость информации не падала. Яркость может регулироваться автоматически. Углы обзора хорошие. Перед вами результаты тестов на производительность. Аппаратная платформа позволяет использовать смартфон для всех актуальных производительных игр и приложений из Marketplace. Внутри чипсет Qualcomm Snapdragon S4 двухъядерным процессором на 1 ГГц и графическим чипом Adreno 305, оперативной памяти 512 МБ. Поверх установлена последняя версия OS Windows Phone 8. Из радиоинтерфейсов стоит отметить Wi-Fi и Bluetooth в третьей редакции, а также профиль A2DP. Встроен чип NFC, есть магнитометр, AGPS и GLONASS. Смартфон может работать в 3G сетях. Nokia Lumia 620 укомплектовали 8 ГБ встроенной памяти. Пользователю доступно меньше 6. Этот объем можно расширить на 7 ГБ за счет использования облачного сервиса SkyDrive или карт памяти microSD максимальным объемом до 64 ГБ. Доступ к карте не требует выключения питания. Добраться до микросим-карты без снятия батареи не получится. Из предустановленного программного обеспечения отметим фотостудию, умное фото, возможность создания панорам. Из геолокационных сервисов есть навигатор Nokia и приложение Nokia Город. Оно может сориентировать вас на незнакомой местности и найти поблизости магазины, кафе, достопримечательности, отели или остановки общественного транспорта. Динамик громкой связи показал себя не с лучшей стороны. Разговаривать по нему можно, а музыку лучше не слушать, удовольствия не получите. Отметим, если положить его на заднюю крышку, громкость не глушится. Когда переворачиваете смартфон в горизонтальное положение, например в играх, то динамик в моих руках также не прикрывается, и это плюс. Через идущую в комплекте гарнитуру музыку слушать можно, но ее звучание соответствует ценовому классу самого телефона, и меломанам советуем дополнительно потратиться на хорошие наушники. Громкости разговорного динамика достаточно при общении в любом окружении, к нему претензий нет.
Емкость съемной батареи 1300 мАч. Смартфон оказался довольно живучим. В режиме средних нагрузок при постоянно включенном Wi-Fi он продержался больше 3 дней без подзарядки. При более интенсивном использовании с подключением игр и просмотра видео 620 продержалась 2 полных рабочих дня. Основная камера на 5 мегапикселей дополнена светодиодной вспышкой. Есть 4-кратный цифровой зум. Максимальное разрешение для фото 2592 на 1936. Кнопка затвора двухступенчатая. Сначала фокусируем, потом снимаем. На наш взгляд, эту камеру идеально назвать трудно. С примерами фото можно ознакомиться в нашем текстовом обзоре. Вот ссылка на видео. В режиме видеозаписи можно выбирать только один из двух форматов – HD 30 кадров в секунду или 800 на 480 пикселей. Мы считаем, что Lumia 620 может стать самым продаваемым Windows Phone смартфоном в этом сезоне. Почему? Устройство сочетает в себе узнаваемый приятный дизайн, компактный удобный корпус, хороший экран и производительную аппаратную платформу. При цене в $270 и отсутствие достойных предложений от других производителей делают эту трубку еще более интересной в Windows Phone сегменте устройств с диагональю экрана до 4 дюймов. Если досмотрели наш обзор до конца, то будем благодарны, если вы оцените его. Ставьте, если он был вам полезен, и если он вам не понравился. И со всей строгостью можете обругать ведущего и его мнение в комментариях.